Сонина Лего. Вот такой коробки огроменной. И вот за 2 недели Сонечка его собрала. За 10 дней. Да, даже 10 дней. Вот такое лего дерево с 3 квартирами на дереве. Туалет, 2 спальни. Видишь, как Сонечка будет рассказывать, что тут. Нет. Так. Вот сейчас эта крыша съемная. Мы будем вам показывать. А ну-ка, снимай крышу, сейчас посмотрим. Так, я дерево сначала сниму. Да, крышу. Вот это снимается крыша. И потом в каждой крыше... О, сейчас. О, что здесь в этой квартире? Вот это детская комната. Это взрослая, а сейчас, это туалет. Подожди, это детская комната. Тут вот цветок, бутылка, микроскоп, чашка там, часы, книжка, ну, и вот карта. Подзорная труба. Да. Это вот. Там еще такая дверька с цветочками. Вот. Здесь в это у нас идет туалет и ванная. Угу. Здесь туалет и ванная. И вот тут еще бочка. Вот это. Угу. Там вода тут войдет. Вода. Прямо в душ. И душ. Так. Вот это. Это взрослая комната. Ну, это... родителей, можно так сказать. Да, это гостиная, вот... гостиная комната. Нет, получается. Это не гостиная, это спальня тоже. Тоже спальня, да. С диванами. Кровать, шляпа тут, компас, часы, свечка, расческа, бинокль тоже, цветы и бутылка с бумажкой, кораблем или чем-то там. Там вон фонарик. И еще вот эта кровать снимается. Там сейчас не знаю, как ее снять. Так, сейчас я сниму. Вот. Там и под низом ножницы. Ух ты, диван, да, это диван. Ну, это кровать. С тайником. Диван с тайником. Это если кто-то пришел, то можно вот так открыть диван и взять ножницы. Так, ну и вот это очень интересное. И тут идет еда. Тут я вот так вот кружу за колесико, и она поднимается. В эту комнату поднимается тут груз снизу и сверху. Так, это у нас кто тут? Ага, человечек сидит. Да, у него тут. Еще внизу там есть 2-3 человечка. Да, вот такие окна. О, сейчас бабушка присядет. И вот тут одеваются крыши. Мы прям внутри просмотрели и что-то. И тут еще самое интересное, то, что здесь вот в ванной больше всего окон. В гостиной и в спальнях там не так много. Вот такая вот листва. Так. Да, есть наряд дерева осенний и летний. Это летние. Ну и весенний тоже можно сказать. Сказала, что здесь зимнего нет. Тоже бы так смотрит. Да. Вот что у нас внизу. Кушают. Да. И на лестнице тут девочка с птичкой стоит. Девочка с птичкой. Еще тут вот, так, покажи белочку. Белочка на дереве сидит. Они с птичкой вместе разговаривают после завтрака. И они, когда выигрывают спорт, то тогда они все время забирают у них вишенки, чтобы поесть. Там есть и яблочки, и вишенки, вон корзинки. И еще тут рыба и морковка, только сейчас ее мальчик. Вот с другой стороны. Тут. Вот такое вот. Тут еще качелька. Такая красивая лестница. Ох. И качели под лестницей. Вот вход в первую комнату. Вот, дверь открывать. И в каждом доме еще есть фонарик. Когда ночь, тогда что? Да, еще и фонари вот сбоку. Папа, покажи. То, что внутри, мы вам уже показывали. Так, покажи. Вот подзорная труба. Здесь это вторая комната. То, что мы показывали, детская комната.
И там обычно следит в эту трубу девочка, потому что мальчик любит, он следит за всякими букашками и читать. А, ботаник. Да, ботаник. Вот, повернули вам с другой стороны. Вот здесь вот качели, грибочки растут под деревом. И вот тут вот, вот тут тайник вот снимается. У них там вот тайник. И вот здесь вот кристаллы. И они уже их нашли их и оставили на место, чтобы если кто-то придет, то их не украли. Вот такой еще цветочек есть. Грибы тут растут. Ну вот, вот и речка у них тут есть, и луг, и на лугу вот, видите, костер греется, еще пьет еда, тут. Еда тут готовится на костре. Еще здесь даже есть скворечник, кто был внимательный, тот его и увидел. Вот, это третья. И вот тут, тут еще вот такой вот есть пень, который вот так двигается. Вот такую красоту Сонечка собрала за 10 дней. Подарок на день рождения. Сама собирала, никто не помогал. Толстая книжка такая. Вот такая целая книжка толстая. Тут аж, тут где-то 80, почти 90 этих страниц. Всяких, ну, вот 90. 90 где-то вот таких штук. Ну, там, где вот эти квадратики, там, где детали. Схем, надо. Схем. Ну, да, схем. И где-то 400 или 500 страниц. Угу. Вот такой вот еще подарочек. Еще выставлено показано, как осенний. Если поменяется погода, на улице будет уже осень, вот деревья. Только я, может быть, не захочу, потому что придется все разбирать.